Здравствуйте. Всем привет. Съемка для канала «Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять». Канал обо всем. Город Казань. Ярмарка ремесленников. Баумана, дом 2. Смотрите, замечательные куклы. Куклы ручной работы, авторские. Здесь рассказали. Это простолюдинка вроде как бы. Есть невеста. Вот невеста, вот этот в синем. Это царица. Ну, развлекаются люди здесь. Делают дело и развлекаются. А вот это в красном, это кто? Это тоже невеста. А это тоже невеста, говорят. Амбал, вот амбал, это тоже невеста. Да, а это вот жених Батыр. Я бы удивился, если бы вы сказали, что это невеста. То есть у нас мальчики тоже есть. И мальчики есть, и девочки есть. Амбал, амбал. Слово «абал» не переводится с татарского. Это восклицание. Еще раз напомним. Съемка велась для канала «Раз, два, три, четыре, пять». Вышел зайчик погулять. Канал обо всем. Подписывайтесь на этот канал. Будьте на нем. Благодарность людям, которые подписались, смотрят и поддерживают канал. Берегите себя, своих близких, не болейте. И до новых встреч на канале. Лучше торговать, чем воевать. Мир, дружба, баблгам. А находимся мы в городе Казани. Улица Баумана, дом 2. Ярмарка ремесленников. Спасибо. До новых встреч. Будете в Казани, заходите. Прямо возле Кремля. Под Кремлем прям находится.